Снапы со вставки и этого снапа отличаются от цвет куртки. Робот ходишь. Мы одинаковые, хоть и разные. Снапа стоял в 3 метрах от Снапса, но каким-то образом переместился к нему впритык, целясь с пистолета. Так еще и Снапс к нему повернулся. Снапа опять сменил куртку. А потом опять в клетку. Я понял. Кто сказал? Кто-то на монтаже забыл добавить звуки выстрелов. Так, стоп. Это же... Что-то у оператора какой-то пинг большой. Один солдат решил стать голубым. А другой солдат решил закосплеить Стивена Хокинга. Топовая сцена с миллионом грехов. Во-первых, видно, как луч физгана открывает клетку. Во-вторых, почему крыша клетки состоит из кухонной тумбы? В-третьих, откуда взялся Снапа-таксист? В-четвертых, почему Снапс не сел в машину, а вместо него какой-то второй Снапа появился?